Тут все получается. Стена рухнула, кирпичи. Кирпичи, куски цемента и песок в санитарной комнате бывшего общежития по улице 40 лет Октября в Канске. Жильцы рассказывают, момента обрушения стены не видели. К счастью, в помещении никого не было. Но сейчас становится страшно. В любой момент может рухнуть, а если люди будут спать, а ну даже днем. И все, люди под завалами, получается, останутся. Как жить, не знаю. О случившемся тут же сообщили жилищникам. Они приехали, осмотрели помещение и, как это водится, уехали, оставив людей один на один с проблемой. Жильцам правого крыла и первого, и второго этажа здания запретили пользоваться сантехникой. Аварийные туалеты пока не закрыли. Сюда можно прийти, например, помыть руки. Однако люди и сами понимают, что находиться здесь небезопасно. Теперь и дети, и взрослые по нужде, и днем, и ночью ходят в левое крыло. В результате обрушения люди лишились и ванной комнаты, которая по соседству с туалетом. Из-за аварии там на всякий случай обрезали электричество. Сейчас детей никак не помыть. У меня в школу ходит ребенок, другой тоже в подготовительную, другой в садик. Не помыть их ничего, вот дома как-то мучаемся. Есть ли серьезная опасность для людей? На этот вопрос компании «Красноярскэнергосбыт», которая обслуживает данный жилой дом, отвечать не торопятся. Известно, что 2 года назад, когда трещины на стене со стороны ванных комнат впервые начали проступать, жилищники их уже латали. Дом 1965 года постройки не является аварийным и стоит в плане капитального ремонта на 2020 год. Там планируют заменить инженерные сети. Между тем, в Канской мэрии уже посоветовали жильцам не замедлить. Длительно собирать пакет документов на признание дома непригодным для проживания. Анастасия Мосина, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.